Не почувствовал? Вообще не должно. Мы потом у тебя интервью возьмем, расскажешь про эту штуку. Как ты с ней потрахался и как ты получил от нее удовольствие, хорошо? Все сделал как надо, доработал, как говорится. Саб-Зиро. Кто ты, воин? Я захожу в Фортнайт, и у меня, блин, на всю громкость это врубается. Макс, смотри, вот многие говорят, что это каракатица, и у нее вываливаются привода, она прям просто трэш. Расскажи, что ты сделал, что у нее теперь перестали вываливаться привода? Секретная информация, что я сделал. Ну, расскажи, потому что многие считают, что такую технику покупать нельзя, а у тебя другое мнение на этот взгляд. Вот расскажи про свое мнение. Такое, что надо было, как говорится, подойти с умом к этому, и все, больше тут нехуй, никакого мнения. То, что ты сделал, я сделал, как говорится. Что ты сделал, расскажи, встань только сюда, напротив мопеда. Я понял, что, блядь, под каждый лифт есть свое, как говорится, свои привода. Я, как говорится, взял то, что предоставили. Ну что, залез туда, изучил. Так. Все минусы, все плюсы, учел, как говорится. Подточил где-то, выточил и сделал все как надо. Сколько ты приводов поменял на нем? До того момента, пока ты, короче, вот не сделал, в нормальное состояние привел. Да, а у меня только правый привод, ну, наебнулся, по сути. Он все время правый привод наебнулся. Задний, передний? Задний. Задний. Да. Ну, передний тоже один раз у меня шток сорвало. Насколько я понял. Это у них больная. Насколько я понял, у тебя не было ограничителей ремней. То есть у тебя, получается, колесо опускалось полностью вниз и закус. Они были, я их, как говорится, поставил. Первый раз, когда. А, ремни, я... были, ремни были, да? Когда первый раз я въебал, их не было. Так. Второй раз я поставил работу. А как ты дорабатывал? Что там не так? Ну, я разобрал, все изучил, посмотрел, где чего вытирал, где подтиралось. Все mm-hmm. выставил в углы, как говорится. Ну, сейчас, то есть, у тебя полностью с техникой проблем никаких нет, ты ей доволен абсолютно. На данный момент сам видишь, как бы приехали. Вообще, да. Нормально. А какие колеса ты поставил себе? У тебя были, по-моему, 35-е, ты говорил, да? Ну, 35-е, да, там койоты стояли. Угу. Но они не для него, они для это. Там ездить по грязи, то все тяжеловато. Тяжеловато, да? Да. Все-таки он больше такой, как бы... Ну, на... вот я тебе скажу, я 32-е поставил, даже крипты, да, зацеп... Пиздец какой, uh-huh. по сравнению с койотом. Но мне такое ощущение, он вдохнул, блядь, как говорится, ну, жизни, блядь. Он по-другому ехать стал просто. Да, он просто, понимаешь, и рулежка другая, и, блядь. Ну, опять же, я боролся за килограммы. Так. Вот. Сколько у тебя сейчас вес на колесе? 30 килограмм. 30 килограмм вес, да. На колесе. Привода нестандартные. Редуктор передний у тебя стандартный стоит и задний стандартный, да? Коробка все стандартная стоит. Коробка нестандартная, а что изменилось в коробке? Там шестерни какие-то усилили? Нет, или что? Коробка стандартная. Стандарт, так. Да, вариатор у меня. Ну, вариатор и был, как говорится. У тебя СТМ стоял, по-моему, СТМ, да? Да. Угу. Вот. Там нюансы были у меня со скоростями, ну, как бы с приключением. Угу. Я просто вкладыши поменял, и все заебись стало. Так, окей. Вот. Ну, остальное все, как говорится, вот. Ну, а ты, вот... короче, абсолютно доволен квадриком, то есть что-то переделать в нем, наверное, больше и не будешь, да? Пока ничего не хочу. Как вы его там называете? Мы его называем каракатица. Каракатица. Да. Слушай, ну мы его называем, потому что он на самом деле необычный. Он такой прям шоу-кар одновременно. Но он едет везде, ты прям проезжаешь на заднем приводе. И вот прям вот называется только подножки чуть-чуть спать. Судя по тому, что такой весь чистый, в отличие от остальных. У тебя какой лифт стоит здесь еще раз, кстати, вот да, надо договорить? Ну, шестой, как я понял. Катвас лифт шестой, да? Передок все заебись работает. Вопрос был с задком. Задком, да? Да. То есть, и причем именно с задним, вот правым. Именно с задней правой всегда рвало. Короче, если то есть кто-то собирается поставить такой лифт, у тебя есть большой опыт в этом плане, ты можешь порекомендовать. Могу. Вот, ребята, то есть, кто вот собирается делать вот такую технику, еще все-таки переделывать ее, ставить дополнительные лифты, то вот Максим, он уже прошел, так скажем, кровью и потом. Финансовыми вложениями. У меня кровью потом, знаешь, как бы, ну, в основном было все вопрос во времени. Там, просто я делал это все через человека, а сейчас я вышел напрямую, как бы, ага. Могу эти вопросы. Слушай, ну здорово, спасибо.
спасибо тебе большое за информацию, потому что действительно у многих было вопросы и интересно. То есть, ну что, пойдем теперь к ребятам. Поем в грязь, блядь. Меня заебали, нахуй. Едем, блядь, какой-то, блядь, пыли. Максим! Что случилось, Максим? Грязь нашел! Ты сам жив, все нормально? Максим, ну что скажешь? Что случилось, Максим? Грязь нашел! Максим, что случилось? Он все молчит! Максим, интервью! Охуенно!